Заходим в Steam. Сейчас, может, поиграем во что-то. Наверное. Библиотека. Чего? Чего, блядь? Чего? Чего? Да ну нахуй! А, господи, это 7 лет, сука, ждал. 7 лет, блядь, 7 лет. Да ну, я не верю в это. Я просто не верю. Да ну, GD 2.2 вышло. Все, все, все. Я знаю, что мы будем теперь сегодня делать. Я вам по секрету скажу. Я раньше видел GD 2.2. Ну, по крайней мере, на приватных серверах. И поэтому я знаю, какие тут уровни добавили. Это, скорее всего, Dash и, скорее всего, еще демон, на основании которого я уже забыл. По-моему, Explorers, короче, да? Explorers. У меня есть опыт в GD. Я, как вы знаете, прошел Deadlocked, что на самом деле очень круто для меня. И поэтому, наверное, к сожалению, я не так охренею, потому что я знаю большинство вещей, которые будут добавлены, вернее, были добавлены. Но давайте же посмотрим, сколько тут всего нового добавилось. Тут несколько строчек разных скинов. Добавились еще скины для этого, я так понимаю, да? Для... как он? Я забыл. Короче, ребят, я просто настолько на эмоциях сейчас, что я вообще нахрен все забываю. Тем не менее, давайте же сегодня попробуем поиграть в новые уровни, посмотреть, что это вообще такое. Например, я хочу пройти Dash. Да, он красивый, потому что. Давайте-ка посмотрим. Блин, ну наконец-то могу в это нормально поиграть. А-а-а, хрена. Подождите-ка. Блин, мы ждали этого 7 лет, чуваки. Мы ждали этого 7 лет. Так. Я сейчас это разъебу. Пам-пам-пам-пам. А-а-а! Тут по-другому. Хуя. Че, упростил, что ли, Роб? Роб, ты че, упростил? Какого хера? Пам-пам-пам-пам. А, он реально упростил. Хуя. О-о-о. На свинкоптере-то я умею летать. Более-менее. Хуя, он другой совсем. Блин, подождите-ка. Я к этому не был готов, ни хрена. Давайте, может, хотя бы в практике пройдем его. Тут же есть практис мод. Настройки. Тут, по-моему, было Practice Music. Чего? Чего? Music Unlocker, вы серьезно? Ладно, давайте же попробуем. Так, The Tower. Так, я не понял эту херню. А где этот? А вот этого я уже не понял. Dash есть. А где Explorers? Может, он в Тауэре? Чего? Роберт! Роберт, нахрен! Что ты делаешь? Ладно, давайте Тауэр. Окей.
Тут, скорее всего, уровни для режима платформера, но я могу ошибаться. Так это изи вообще. Это, по-моему, было в этом, в третьем стихпике, если не ошибаюсь. Но ГД, по-моему, превратился с режима платформера в какую-то новую игру совсем. Блин, что это за звук? Как Nintendo Роберта не засудила? Это же как бы, ну, звук из Марио так-то. Ладно. Да вообще изи. Не почувствовал даже. Блин. Так. А, тут чекпоинт есть же. Ага. Да пода... Да, да как тут? Может, все монетки не надо собирать, а? Может, хотя бы ограничиться там... Ну, одной там, двумя не собрать. Потому что, ну, это... Бред. Давайте просто на уровень посмотрим хотя бы. Сейчас вот три... Че, секретка была, что ли? Прикол. И... Что будет теперь? Охренеть. Просто представьте, сколько можно делать подобных уровней. Можно свои игры нахрен делать. Можно делать свои игры. Чего? А, это что, новый уровень будет? А, не, я прошел уровень. Я открыл иконку новую. А, то есть уровни для режима платформера, они как бы в отдельный типа Tower, то есть тут как бы как игра такая полноценная. А это типа демон. Ну, типа демон для платформера. Окей, я понял. А где мне поиграть в Explorers-то? Ну ладно, давайте пройдем Dash просто еще раз. Я думаю, я сейчас его побью рекорд. Так... Пам-пам-пара-па-пам-пам-пам. Так это проще гораздо, чем было раньше. Я просто не был готов к стринкоптеру вот в той хрени. Но я могу так сказать, стринкоптер здесь управляется гораздо лучше. Это не то, что, ну, на приватных серверах, где там чисто Sub-Zero взломаны. Видимо, Роберт реально довел до ума. Обидно только, что тут нет Explorers'а. Я его реально ждал. Может, просто пока не понял, не разобрался? Не знаю. Понимаете, я раньше эти уровни тренил через BlueStacks, короче, на эмуляторе Android. А, вниз... Хуя. Там изи вообще. Так там изи. Там изи, я просто, ну, не понимаю карту пока, я не знаю ее. Не, стринкоптер вообще легкий какой-то режим. Блин, там что-то еще надо было нажимать. Карту не знаю. Поэтому такая хрень. Сейчас. Короче, я понял, как это проходить. Ладно, давайте в практике пройдем. Та-тара-тара-та-та-тан, та-тара-тара-та-та-тан, та-тара. Блин, а Роберт так и не поменял музыку в практике. Я думал, он ее поменяет. А, стоп, тут нет чего? Ну, авточекпоинтс надо. Аудиовизуалайзер, авточекпоинтс. Хрена, это нахрена. Понятно, понятно. Аудиовизуалайзер, а на кой он в ГД? Ну... Прикольно, попялится.
Ну, я его сейчас пройду. Это не такая сложная для меня локация. Я просто говорю, я уровень не знаю толком. Я знаю, вот до, ну, считайте, до 27% то, что было в сникпике показано. А дальше я не знаю, чисто на скилле я прохожу уже. Но уровень какой-то вообще простой. Он красивый, бесспорно, но он простой. А, тут вот так вот. Хрен догадаешься. Подожди. А, там наверх полностью. Подожди. Сейчас, не понял. Так это вообще жизнь, блин. Не? Еще какой-то сабзир уже пошел. Чего? Как я? А, я по стен. Подожди. Не понял. Подожди. То есть я теперь получ... Так. Я теперь, получается... Куда? Куда? Подожди, я могу по стенке двигаться? Вот, с этого я прихренел, честно говоря, сейчас. Ладно. И где я теперь? В новой реальности? А, кораблик. Короче, я понял. Это вообще изи уровень. Даже можно как бы, ну, не это самое. Я думаю, его даже пройду. Сегодня. Блин, вообще не сложно, ребят. Ну, прям совсем. Но, знаете, он на уровне, наверное... я даже не знаю, где я. А, вот я. Господи! Что надо все вспоминать? Теперь я буду тут, я буду... А, я буду волной. Ну, это логично, кстати. Ту... А, я справа появился, типа... Господи! Ну, короче, тут чисто мемори, я так понимаю, да? Все, по сути. А. Ну-ка, давайте-ка попробую без практиса. Потому что если он такой легкий, то это, блин, ну, вообще ни о чем. Я даже не почувствовал его сложность. А, хитбоксы у этой залупини, получается, ну, не такие большие. А как? Я же нажал. Я писец сосредоточен, чуваки. Блин. Подождите, там же музыка будет покруче. Я забыл. Блин, как я не допрыгнул-то, ё. Всё, изи. Бля, я забыл, что там на ничего нажимать не надо. Нормально, все, сейчас. Памс, памс. Не нажимаем, памс, не нажимаем, памс, 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 не нажимаем, па... Бля. Нажимаем, бля. Так, все, по новой. Я сейчас буду молчать просто и пройду этот уровень с первой попытки, прям сразу, вот чекать.
Yes! Прошел! Прошел, я же говорил, что пройду это говно. А, тут монетки еще были где-то. Интересно. Ладно, потом разберусь. Но я прошел Дэш. Я прошел его. Ну, 70 попыток. Учитывая, что я играю утром, и то, что я не играл почти полгода в ГД. Я прошел его, это классно. А как мне пройти, например, какой-то там, ну, я не знаю. Подожди. Столько всего добавилось. Я так понимаю, это еще не полное обновление. То есть тут как бы, ну, Эксплорерса, походу, еще нет. Хотя, наверное, если я в поиск зайду и напишу Explorers. Кстати, тут теперь можно наконец-то вот так писать. Сделали нормальный поиск. Это, блин. Давайте-ка Explorers найдем. Я попробую хотя бы чуть-чуть его пройти. Если, конечно, мне, ну, ГД прогрузит. Но, походу, это... Нет, не грузит ни хрена сервера. Ну, ладно. Ладно. Ладно, хрен с ним. Викли. Пофиг, такое. Короче, уровней пока все равно новых нету из 2.2 здесь. Ну, кроме вот... Подожди-ка. Может, надо Explorer сокрыть? Подождите, может, сейчас получится. Так, ну, этот уровень я тоже знаю. Этот левел я тоже знаю. Я его сейчас пройду быстренько пока. Музыка это знакомая, писец. А, типа, есть монетка, я так понимаю, да? Но это не ГД, ребят, это уже какая-то игра другая, мне кажется. Еще чекпоинты есть. Это же вообще изи левелы. Так просто. А, еще вторая локация тут есть. А, тут же босс, по-моему, будет, да? Да, тут будет босс. Fire in the hole. Подождите, это похоже на этого, кстати. Да. А я подобных сыроуровней где-то видел раньше. И пофиг. А, тут шипы еще внизу. Господи, я про них не знал. Ладно, сейчас разберемся. Да, блин. Ну, с чекпоинтами это вообще есть какая-то. Пробуем. Не, после платформера, походу, уже вообще никаких игр, кроме ГД, не нужно будет просто. Из платформерных. По крайней мере. А, это не конец еще! Вы серьезно? Блин! Но если это не конец, то это хрен, я пройду тогда. Ладно, раз такое дело, то хрен с ним. По-моему, тут еще должны были обновить порталы. Ну-ка. Изменились ли они в старых уровнях? Чисто интересно. Да, они поменялись. Понял. Это классно, кстати. Это классно. Так, а что с иконками в этой версии? М? Ладно, поставлю себе. Где-то был же магазин, по-моему, да? Да. Вот. Это не хрень. Так, покрасить его. А... Сколько... Боже, сколько тут цветов теперь? Это вообще... Вообще не понять, что тут и как. Ладно, раз такое дело. Желтый, допустим. Все, я сохраняю аккаунт. Или он уже автоматически сохраняется, мне вот интересно. Потому что система аккаунта вроде бы новая теперь, наконец-то. Надо сохранить аккаунт теперь мне. Настройки, аккаунт. Сейв, сейв. А, серьезно? Бэкап файлит? Походу сервера полностью перегружены, ГДшные теперь. Ладно, в любом случае,
Я с собой доволен. Я прошел Дэш практически без тренировки. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.